Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю FIFA сериал в пятой циве. Я играю за Сиам против Лиддекса, который играет за Ацтеков, Лаки Лузера, которому достался Сангай, Монстр Дэна за Шашонов, Виталия Кнуша, который играет за Россию, и Импульса, который играет за Эфиопию. Карта Пангея, 6 игроков, и традиционно напоминаю, что в комментариях не стоит писать бессодержательные спойлеры, а также оскорблять игроков. На этом вступительное слово считаю завершенным. Приятного вам просмотра. Так, ну что, играем за Сиам. Место интересное, но... Вот сейчас вот так вот думаешь, что там делать, как это все, место ставить, а потом бац, и старт. Не, вообще место так, очень хорошее. Тут с камнями. Что, видите, много озер-то? Вот то, в том-то и дело, что ни одного. И я, наверное, пойду. Я думаю, может все-таки уйти. Пойду. Вот тут если под горой поставили, вот, ну тут вот, тут все равно море, но под горой. Например, вот это место оставить для другого города. Но тут еды нету. Если ставить тут... Ну, в принципе, производство будет потом в следующих радиусах. Лаки Лузер на воде. Я сделал свой выбор, я ушел. Лаки, ты опять со своим морем? Блин, хороший играть в просто... этих города морских, а? Мне не нравится вот тут. Сыграй чем-нибудь другое. То я на это смотреть снизу... уже устал. Снизу может кто-то прибежать на меня напасть. Ну, извини, так рандомит. А как? Ты на море так и надо играть. Нет, ну, в принципе, это место неплохое. Я вообще смотрю. Слишком много лугов. Видишь, с другой стороны. Все из-за тебя, кстати. Море, это ж круто. С другой стороны, атакуют только с 4 клеток, если фрегатами. Боятся тебя, Лаки. Пользуйся этим. Даже вон с моря уходят. Не все. Можно дружить. С Лешей будешь дружить. Прямо на первом, на нулевом ходу, да? Да, не воюем на фрегат. Леша там самому, походу, проблемы, видишь? Что? Я имею в виду, в смысле, у тебя там, наверное, у самого спот спорный, раз ты так долго думаешь. Нет, у меня спот хороший, просто еще в стране не на море тоже был хороший. Я сейчас думал, туда или сюда идти. Это... Вот кто сейчас говорил, сделай микрофон громче, потому что у меня даже по максимуму стоит, и все равно плохо слышно. Да, кстати, это правда. Подтверждаю. Так, что, меня ли часом плохо слышно? Нет. Импульс, тебя было плохо слышно. Я понял. Так, ну... Поехали. В принципе... Извиняюсь. Это я тут жмякнул случайно. Ну, Сиам, основная особенность Сиама – это города-государства и уникальное здание, офигенное. Кинг, становись на море быстрее, сделайте ему плохо. Дает культуру. Это неплохой очень буст. Какие-то пустыни. Не знаю, может, зря я на море встал. С другой стороны, вот тут было бессмысленно становиться, тут тоже, потому что обстреливается линкорами с моря. О, Ацтек, здорово. Ой, Лёша, это, наверное, моя руина. Как это на втором ходу-то встретились? Ну вот как-то так встретились. Хорошим это не кончится, чувствую. Да. Это его руинка. Ну, пойдем дальше.
Там же море наверху, да, блин, куда ты пошел? Да. Давайте глянем. Ну, границы там мои видела, я думаю. Ну да. В джунглях сидишь? Да, пойду на твое это посмотрю место. Не очень, конечно, хорошо сразу ацтека в соседях найти. Так, ну вот, например, если здесь ставить город. Посмотрим. Да, и мы тут с Шашоном рядом. Если отца где-то тут поставит, то придется колясками с ним. Ну, убивать. Тут горы, я думаю, конфликтовать ряд. Вот. Блин. Леша, дубль номер два. Слушай, ну ты те забрал, дай мне эти руины. Чё ты как этот? Шансов, мне думаю, у тебя немного. То есть вот прям вот сразу будем, да? Это там все тут рядом, так что я думаю, мы тут быстренько закончим эту игру. Ну, кто там рядом с ацтеком, я как бы готов тогда вписаться в его распил. Красиво, Леша, некрасиво. Почему это красиво? Ты мне руинки не даешь забирать. Так, иначе даже не буду пытаться. Хотя сейчас я раньше его походил, по-моему. Так, животноводство. О! Лошадки целых две штуки. Так что если воевать на колясках, вполне может пройти. Окей. О, ацтека прям в его границах. Ну, вот уже всякая фигня обрабатывается, видите? Арчери открыли. Отлично. Лаки. О, чего? Я говорю, что поможешь, Леша, можешь вокруг меня ходить, да? Кругами. Давайте, наверное, монумент. И пойдем мы в волю. Ну, какие варианты с ацтеком? Никаких. Пожалуй, лошадей добавлю, чтобы производство шло. Так, далеко отсюда? Да нет, близко. Я близко. Ну, знаешь, будем соседями. Это чтоб ты да на эти руины не прыгал. Я это уже сказал ребятам в чат еще до того, как ты походил. Ничего себе, какой ты провидец. Да-да, с таким играть, как бы в лес не ходи, как там туда. Ну так ты же все забираешь у меня, а не я у тебя. Да ладно. Потому что ты жадобина. Может, помиримся уже или как? Как хочешь, я не возражаю. В принципе, я думаю, руин больше нету. Но ты эту мою забрал, вот как ни крути. Ну, как-то... Как-то сказать, ответочка? Давай лучше территорию распределим, чтобы как бы сразу или правее. Сразу не воевать, а то ведь я могу. Ну давай. В
принципе, Лиддекс любитель на развитие поиграть. Он, конечно, воевать умеет. У тебя предпочтения какие-то есть? Вот там, где твой скаут, там будет стоять мой город. Это без вариантов. Ну, хорошо. Ну, вот ты видишь речку сверху? Я на нее не селюсь. Вот, договорились. А я селюсь вот там, селюсь. Где твой скаут, левее на то озеро. Хорошо. Вот, на то озеро. Ты поставишь город между какао и бананами? Или под гору ты поведешь? Под гору я поведу, между бананом. На какао я встану. Слушайте, вот вообще, так, конечно, так. У него очень приличные места. Оба это города. Вас устраивает? Я там вижу серебро у тебя возле Флоренции. Мне там кажется, далеко. Нельзя ему давать там, развиваться. Я думаю, что тебе будет отличное место. А вот и Лаки. Ну, я так просто понимаю, ты морской, как бы, я вот думаю. Так, давайте железо, наверное, откроем. Нет, надо с ацтеком надо воевать. Тут без вариантов. У него слишком классные места. Слишком много еды. Он будет просто улетать. Надо сюда ставить город. И в его сторону. Тут все слишком кучеряво для ацтека. Все равно 8 ходов. Ой, 9 ходов. Как-то долго. Ну, смотрите, какие места. Будет, наверное, вот сюда ставить. То есть, если я вот сюда поставлю на холм город, то я ему помешаю. Не, ну нету выхода. Так, ну и мне надо играть через города-государства, надо выполнять их задания. О, Ваки, а где мы с тобой встретились? Возле цитрусов, там возле меня спасала. Возле Занзибара. Я Занзибар не нашел. Ты справа от ацтека где-то или где? Да. Ниже, скорее всего. Thank you.
Так, кажись, скауту хана. А, было лечилку все-таки брать. Ну, этот проатакует. Ай. Может эту клетку взять? Ну, надо быстрее просто. Нет, все равно 6 ходов. Убили. Ацтек в традицию пошел. Найс. Тут надо ставить. Раз, два, три. Все равно три хода до елки. А на это потом опять не забудь переключить. А то я ж теряю постоянно жителей вообще без проблем. Так, майнинг. Ну что тут этот твой скаут, он что тут делает? Ну ты видишь, там снизу варвары, они все расфигачили меня всего. Ну так он уже. Ты как бы, кстати, готов. Сходил бы копьем, побил бы их. Сейчас разберемся. Не, сейчас я вылечусь и уйду. О, видишь, вон они. Да, сейчас все будет. Три. Он, по-моему, поселенца не строил. Ничего себе, Виталий, уже Питер, 19-й ход. Там что, Эльдорадо, что ли, у него? Нет, там он к чуду поставил. Что ты имеешь против Питера, я не понимаю. Ой, Геную, блин, лошадок отъела, молодец, ГГшка, молодец. Ну, приду сейчас воровать тебе, только пускай не перепрыгнут на мою сторону реки, как бы я разберусь с ним. Спасибо, помощь от тебя. Так себе. Ну ладно, чё, я же стараюсь. Ну почему, как, почему, какого хера варвары тут? О-о-о. Как всегда, чуть не забыл. 5 ходов. Так, 6.
Нет. Что для производства? Ой, Ацтек, ничего себе у тебя тут места. 3 банана. Чё? Хорошо, под горой, на реке. Минус, по счастью, пойдет, к сожалению. Вообще, конечно, стоило на ресурсе каком-то ставить, но мне надо помешать ему вот в это место поставить город. Это, по-моему, важно. Ну, ты типа на холме стоишь, хочешь тут город поставить? Типа, нет, просто поставить? Там 2 варвара. Ну, как бы был один. Просто как бы уводи своего сейчас разведа. Я типа на этот сам там город хочу поставить. Ну, блин, оставил бы мне. Есть, у меня нет места для расселения, к сожалению. Три, то есть вот он только тут теперь сможет поставить город, если. И то это уже не очень, не под горой, понимаете? То есть под горой он не может. Мне как волевику, ну как, конечно, хотелось бы получше поставить город. Тоже не фонтан это стоит. Убиваю варваров, чтобы ацтек культуру на них не фармил. Сангай, ты далеко от ацтека? Лайк. Ну так, прилично, да. Всему надо вот тут придется город, походу, ставить. Тоже хорошо, потому что тут озера, у него бонус, его там... То есть вначале вообще воевать... Вообще с ацтеком воевать неприятно, но вначале... Ну вы посмотрите, тут... Просто Лиддекс отъестся, это без вариантов. Ну, я не знаю, что делать. То есть сидеть с ним, играть в развитие, это, ну, бессмысленно. Ну, кстати, вот места. Раз, два, три. 3. Вот вместо варвара, например, город поставить. Почему нет? Да, надо сюда будет вести. Город ставить. Тут железо есть, камень, серебро еще. Мне, кстати, надо пансион на серебро бы взять. Ну чё, пришел, да, Лаки?
Лаки, Лаки, хоть бы спросил. Ну там варвар просто, ну чё тут спрашивать, это так ясно. Не понял я. Расскажи, варвар, чё? А тут я, и чё? Как будем дружить с семьями? Лаки, мне кажется, не стоит. Ну, зачем ты заключил мир? У него тут такие шикарные места, он тут сейчас будет так развиваться, как на дрожжах. Ты, ну, а я ему все равно ничего не сделаю. Тут реально, между нами тут пропасть. Он еще тут горами закрыт, блин, джунглями. Зашло, зашло, Лидексу, зашло. Лидекс, отойди от моего лагеря. А нет. Это наш лагерь. Ребят, это мой лагерь, вы ошибаетесь. Не хочешь ты, видишь, добрососедски существовать. Так ты ж войну объявляешь уже второй раз. Ну да. Ты меня обвиняешь в недобрососедстве. Так мы не договариваемся с тобой. Ты просто говоришь, я вот это буду делать, и все. Отлично, я понял. Все-таки навыки фастклика не прошли. Ну это ты да. Я молодец? Ты молодец. Не ожидал я такой прыть. Так, придется прямо на овцах ставить город. Сейчас будет минус 5, по счастью, ну что сделать? Так, вообще плантации нужны. Удаляем, мы его спасти не можем. Блин, хочется посмотреть, что там у ацтека, но я боюсь, что я тогда скаута потеряю. Я хотел посмотреть. О, Лаки, ты тоже в волю? А есть какой-то шанс, что ты с другой стороны на ацтека нападешь? Нет, нет, тут вообще никакого. Леша, теперь мы будем воевать. Да ладно, а я думал, не будем. Да, вот я тоже так думал. Лидекс, ну... Серьезно, ну посмотри на место. Ну вот как я могу тебе дать тут развиться? Ну, откровенно. Это просто тупо самое идеальное место для ацтека, которое может быть. Куча озер, горы. Ты ставишь города на озерах и под горами, получаешь свое уникальное здание, ты тут на дрожжах вырастаешь
просто... Я понимаю, что я, может, тебя и не вынесу, но дать тебе развиться тут, это просто издевательство над игрой будет тогда. Я понял. Это развиться не дам, но и то есть это... Ну, в общем, ладно, проехали. Не, почему? Я думаю, что у меня есть шансы. А так у меня не было бы никаких шансов. Ты просто приходишь и там, я думаю, даже уже на арбалетах я бы отставал. У тебя шикарные, просто шикарные ацтекские места. Ой, его там варвары бьют. Вообще, по-хорошему, мне надо вот сюда город ставить теперь, раз он не смог. Или вот сюда вообще. Лучше сюда. Ну, то есть мне проще будет туда пройти, как минимум. Так, через 6 ходов будет рабочий. Так, надо начинать обрабатывать лошадей. Это вот тут был, который бегал, атаковал моего... скаута, он сюда пришел. У Лайки там армия, но он, скорее всего, ходит, собирает дань с ГГшек, а у меня так не получится. Мне нужна армия против ацтека. Перекликиваю. Так, он моего скаута не видит. В этом у меня преимущество есть. Интересно, он поселенцев все еще на традиции фигачит? Да? По идее, он даже еще до сих пор не видит моего скаута. Куда он ведет? Раз, два, три. Либо сюда, либо сюда. Интересно, он... Да, пошел защищать. Жаль, если бы он сначала поселенцем сходил, я бы захватил его.
Так, 4, но будет еще монумент, я думаю, за 3 хода еще одного рабочего получу, надо тут обрабатывать. Надо мне тут город ставить, конечно же. Два хода. Сколько ходов? Блин. Эти, наверное, пантеон на серебро неплохо будет мне тут. Лайки, а у тебя скоро будет что-нибудь на обмен? Ну вот, эти слонов обрабатываю. Но не скажу, что прям скоро они будут. Что-то ты меня очень хорошо перекликиваешь. Слишком хорошо. Да, новые читы подвезли. Конкретно, сначала с руинками ни одной взять не мог, а тут на тебя, короче. Ты знаешь, я... На руинках переключился на 2D. Почему-то в 2D ты меня перекликиваешь, а теперь в 3D я играю дальше в 3D чисто. И в 3D почему-то у меня быстрее. Странная какая-то фигня, действительно. Ну, посмотришь потом в видео, что я тебе врать буду. Так... Ну, я не против, если он отступит. Эфиоп, а ты вообще где находишься-то? Я рядом с Виталиком нашим нахожусь. А чё у меня Питер такой, он его караваном отжирает? Нет, там чудо стоит. Озеро, что ли? Да. Ну, ты что, молчишь? Варвары. Ну, если будет, да, какая-то война, советую тебе припастись голды и дать мне, я могу его как-то потом пробовать забрать этот город. Потому что у него слишком все хорошо, я тебе так скажу. У него куча территории, у меня нет территории. Поставил. Он меня, грубо говоря, поставил, но... Ну, он недалеко поставил своей столице, конечно. Ну, как недалеко? Типа, это, типа, спорная территория была. Но именно чудо было спорное. А он тут решил просто нагло перейти поставить. Так что... Ну... Да, не на... он на еду взял. Припаси там денежку. Ну, я его вынудил. Это не фонтан город, конечно. Лаки, а у тебя что-нибудь на обмен скоро будет, нет? Ты уже спрашивал, Лёш. Да, Лаки, у тебя на обмен что-нибудь будет? Я не понял, что ты ответил. Не спрашивай или уже спрашивали? Спрашивал уже. Слоны попозже. А, ну я готов на серебро менять. Лаки, ты мне сильно удружишь, если ты не будешь ничего менять. Дайте ему, я с твоевиком сам разберусь. Не, Лаки, ну ты видел... Место ацтека. Ты не кажешь, что если я не справлюсь с ним, то это ГГ вообще? Ну да, согласен. Тут Лак, дело не вали. Я думал, мы будем дружить. Именно в этом дело. Лаки, а может ты мне пирамиды еще уступишь, нет? Да я их не строю вроде как. Ну, просто договоримся, что я построю пирамиды. Как тебе такой вариант? Вариант.
пантеон надо на серебро взять. Ну и город тут надо бахать. Три. Желательно, конечно, вот на холме этом. Но на холме мне могут не дать. Сюда отойду, чтобы лучше видеть местность. О, Сукотай. О, поселенцы, отлично. Меня устраивает. Так, строится 4 хода. Здесь 8. Еще одна лошадка. Здесь. Лёш. Да. Ну давай договоримся, ты строишь пирамиды и не строишь колосс. Хорошо. Ситуации, конечно, важнее пирамиды. Ну, случайно не со мной собрался воевать армию так сильно, хочешь? Колосс лучше, как чудо. Колосс как чудо лучше, по-моему. Я на обстек собираюсь помогать. Лаки, а скоро у тебя слоны? Следующим ходом еще не будут? А то я смотрю, тут у тебя эти копейщики, два лома стоят, думаю, такой, блин. Еще и первая армия. Я уже испугался. На обстека последняя. Он потратил... Вот ты когда традиционник, ты кучу тратишь ресурсов, и потом он поставил город, который берется вообще без проблем. Блин, ну вот этот не в тему тут подошел. Лучник, ягуар. Получается, все остальные правее тебя, да? Лаки. Не, ну подожди, выше тебя русский и эфиоп, я так понимаю, а свыше левее, а стек все. А, все, понял. Вообще, мне бы и религию тут принять. А русский рядом с кем еще? Очень не помешало бы. Ну, относительно. Санкт-Петербург, в принципе, да, но тут у нас никак мы не пересекаемся почти. Ну там... Ну нельзя давать отстеку тут развиваться. Все хорошо, ну, Артемида... Чего у меня хорошо? Ты мой Теру видел вообще хорошо? Ну, я не знаю, я вижу Питер 6, блин. Ну, Тера у меня... Самая худшая Тера, если... Я на ума не подпишу. Не надо наговаривать. Ты хочешь сказать, ты с этим не согласен? Ты сейчас погулял там слева? Скажи мне. Вы знаете, пускай забирает, я его... Двумя городами обстреляю, а потом лучником заберу рабочего. Третьего города у него нету, да? Ну, 5-1. Я не думаю, что он выдержит
армию строить. Получилась такая дуэлька в начале игры. Ну, у меня будут еще вот ресурсы. Ставить. Может, даже я убью? Да, отлично. Это вообще самый лучший вариант оказался. Следующим ходом закончу обработку шелка и поставлю город, и у меня будет плюс 3, по счастью. Все путем. Тут уже ему будет не пройти тогда с этим городом. Может, вообще вот здесь поставить? Или вообще вот тут на шоколад, слушайте. Раз такое дело. Ну, зачем ты этот Тютиохакан поставил туда? Давай уже как-нибудь сам. Нет, ну я просто. Я тоже просто. Ну, у меня тогда останется тут место. Тут я буду... Раз, два, три. Ну да, слушайте, на шоколад. Тут такой залив, что он с моря этот город не берется. Тут, конечно, место остается, но оно такое так себе. Да, тут, кстати, нормальное место. Прям на шоколаде будет. Два хода, видите, я типа потратил на переключение, было на один ход больше стало, но так как я сейчас достроил с коров, ну и плюс у меня счастье есть, у меня и город растет, и производство появилось. У меня жметь одна. Я у тебя две вижу. Не обработанное просто. Ну, давай попозже, когда обработаю, да. Она будет лучника атаковать. Ну, я бы атаковал лучника. Так, только одним юнитом в начале хода.
Так. Скаут побежал на подмогу. Ну, этот город я, естественно, сожгу. Он не нужен. Да, по деньгам проблемы начались. Это проблема. Ну, как я и думал, то есть ты на меня собирался идти, да? Да нет, я дань собираю. Просто я смотрю, ты юнитов все время вставлял, вставлял. Тут как бы на F9 нажмите, тут как бы Виталий собрался это, но... меняйте. То есть все на кого-то идут, я так понял. Ты войну объявил, не я тебе. Я убил твоего разведа, потому что ты там хотел поставить город. Я рад, что ты убил, а мне там разведа просто лечился, стоял. Нет, он не лечился, ты занимал холм, хотел поставить город на хлопки и поселить. Какое свое мнение? Я же вижу, что у тебя нет территории так же, как у меня. Какое мое мнение? Лайки. Дай 100 голды. Лайки, лайки. Лайки. Я не могу дать тебе 100 голды, извини. Так. Так видишь, все-таки же на меня собирался. Я? Да не, я лайк. Лайк. Так, лошадка. Нет, два хода, тогда тут на лошадку давайте. Лошадка быстрее в столице построится, поэтому мы ее там будем делать. Так. Зря лаки. Один город. Да, а что тут делать-то, хорош? Ну, не, ну просто так. Война затянется, ну серьезно. Тут затянется, да. То есть теперь надо ему перебивать армию, и все. Я помолю. Вот проблема, а что селиться, значит, Титлан хреново берется. Было бы куда селиться, я бы расселился бы. Слушайте, может, пока не сжигать город? Один ход полечиться на его территории.
Там все воюют, понимаешь? Нам-то что? Нам тоже надо повоевать. Навоевались, это синхрон. Ну что, мне опять перезайти? Ну в глубине территории, вон уже Виталий перезаходит. В глубине территории там можно походить? Или как, или нет? Да, уже перезаходчик. Уже не успеешь походить. Да, уже не похожу. Читает. Только, Виталий, ход не заканчивай. А давайте я читаю тогда на счет три. Да. Давай. Один, два, три. Чё ты его удалил? Я такой. Просто жесть, у меня было 6 мидкарей, и я не могу задефиться никак от такой армии. Шестью метколуками от чего ты не можешь задефиться? Тут коляски, тут 3 копейщика. А колясок сколько? Ну до хера я уже убил штуки. Нету такого числа. Ну штук 6, наверное, 7 точно было. То есть ты шестью меткими луками не можешь задефиться от 6 колясок? Ну да. Находясь на своей территории. Ну, возможно, я, конечно, ну, не очень эту игру знаю, но, возможно, Lucky Loser просто лучше воюет. Может быть, такой вариант. Не, это глупость. Ой, блин, не успел походить. Ну, зато потрындел, блин. Да ну, да. Да ладно. Не, вот это, кстати, я тут ходил коляской, и вместо того, чтобы... Трындеть, лучше бы я походил. И начал ходить, и как раз ход закончился. Даже не видел, какой таймер. Да, перезайти. Подожди, Лаки, а почему твой развед стал на мете? Это потому, что на прошлом ходу он был не на мете. Ну вот это и есть рассинхрон, видимо. Вот из-за этого. Просто Лаки четвертый у тебя тоже, да? Ты просто не добежал прошлый ход до меди. А сейчас он... А у него, значит, добежал, поэтому рассинхрон и был. Ну так, видимо, я его кинул на мете, видимо, он сейчас прогруз прошел, он переместился на один ход. Ну, блин, просто это не очень приятно. Так, ладно, что тогда это я считаю и воюем, да, на счет три? Да. Один, два, три. Это было больно, между прочим. Так, ну и откуда мне атаковать этот тиночтитлан? Получается, с лампанга? Если только... Давайте все-таки сожгу этот город. Счастье начинает жрать. Блин. Слушайте, как-то быстро ход заканчивается. Опять я тебя перекликал. Нет, тут что-то не то делается. Так, пора строить дороги.
Для Карнацкий мавзолей важнее, потому что он будет деньги давать. Должен выжить, по идее. Я все-таки поменяю местами. Не, ну с этой стороны вообще тоже атаковать. Блин, тянущий титан какой-то неберущийся. Играйте в умные игры, на этом пока все. Продолжение, надеюсь, выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.